В поселке Нижний Тракторозаводского района Волгограда открылся новый подростковый клуб «Торнадо». Для местных жителей это настоящее событие. Теперь у детворы наконец-то появился долгожданный собственный социально-досуговый центр с творческими и спортивными секциями. Материал Светланы Орекбаровой. Раньше здесь был магазин, затем помещение долго пустовало. И по просьбе местных жителей городские власти решили его переоборудовать в подростковый клуб. Тем более, что для детей, которых в поселке больше 1000, поблизости других культурно-досуговых точек нет. Этот клуб, конечно же, нужен для подрастающего нашего поколения, для наших детей. И уверен, что многие ребята пройдут мимо и наркотиков, и алкоголя, и табака, а будут заниматься именно в этом подростковом клубе. На создание подросткового клуба городские власти выделили около 3 миллионов рублей. Дети и родители с нетерпением ждали, когда в помещении закончится ремонт. Я хочу выразить глубокую сердечную благодарность от всех жителей Нижнего поселка за такой подарок администрации Волгограда, комитету по делам молодежи, администрации Тракторозаводского района. У меня подрастает 4 внуков-школьников. Они с большим удовольствием со своими сверстниками будут посещать данный клуб. Ребята из поселка рады, наверное, больше взрослых. Открытию клуба «Торнадо». У них, наконец, появилось место, где они смогут с пользой проводить свободное время. Не нужно ездить в кружки и секции в другие районы Волгограда, как это приходилось делать 12-летнему Рафаэлю, который занимается боксом и дзюдо. Да, конечно, удобнее. И родителям будет удобнее, они не будут волноваться. Потому что ездил далеко и возвращался только по вечерам, можно сказать. В клубе ребят ждут занятия в различных спортивных секциях. Здесь прекрасно оборудованный тренажерный зал. Будут работать и творческие кружки, вокальный, танцевальный, в планах даже театральный. Дети все здесь очень творческие. Я знаю здесь каждого с 5 лет. Вот, поэтому просто их обожаю, люблю и пообещаю, конечно, чтобы в этих стенах им было тепло, уютно, как бы был второй дом. Стоит отметить, что «Торнадо» не единственный подростковый клуб, открытый муниципальными властями в этом году. Также за счет средств городского бюджета не так давно были отремонтированы и технически оснащены спортклуб «Ратник» и детско-юношеский центр «Луч-1» в Кировском районе. Светлана Олегбарова, Станислав Лопатин, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба». Редактор